Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вчера поступила новая инвестиционная идея на покупку акций Полиметалл. Это техническая идея написана. Покупка акций компании Полиметалл по 680,2 рубля. Цель 715 рублей. Вот здесь на графике ясно видно, что Полиметалл падал достаточно интенсивно. Вот, и он уперся в линию поддержки. Рекомендуют купить, потому что, кажется, начался рост акций. Цель 715 рублей, стоп по 670 рублей. На 4-часовом графике котировки подошли к уровню поддержки, обновили локальный минимум и отскочили. Причем отскочили второй раз. Второй раз – это значит, ну, двойная шляпа там, да? Есть большая вероятность того, что они вырастут. Но предлагают ставить стоп под линию поддержки 670, цель движения к линии 715. Полиметалл. Все, ну, насколько я, так сказать, понял, я попытался почитать. Они пытаются сейчас реструктурировать компанию и вывести ее на лондонскую биржу, поэтому сейчас меняется немножечко структура владения компанией, ну, там, в Кипр переводит, в кипрскую компанию. Вот, для того, чтобы выйти, так сказать, на London Stock Exchange. Ну, я буду продолжать вас знакомить с теми идеями, которые приходят ко мне. Честно говоря, я этой идеей воспользовался, только что купил акции Полиметалл. Давайте посмотрим. Вот, Полиметалл акции. Вот, видите, вот она, сделочка моя. Вот, я приобрел ее по 677. Давайте сейчас поставим стоп. И take. Take profit и stop limit до отмены. Take profit, если цена больше, чем 710. Stop limit, если цена продажа. Если цена меньше, чем 670. Так, ну, как обычно, я ставлю отступ от максимума где-нибудь так хотя бы. Даже больше. Цену поставим 668.40. Окей. Все, поставили take profit и stop limit. Ну, понятно, что вот она цель. Здесь stop limit. Я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас посмотрим, что она дает у меня в 5-минутном графике. Я уже в прибыли. Ну вот, я буду продолжать знакомить вас с инвестиционными идеями, которые мне поступают, с наиболее интересными. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Мне очень необходимо это, потому что это повышает рейтинг моего канала. И вам это ничего не стоит. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.